Что-то подгнило в датском королевстве. Даже здесь, у нас, чувствуется запах. Но мы знаем, откуда его к нам несет. Из Мексики? Да, именно там укрылись датские террористы, которых выгнали из собственной страны и которые ненавидят наш образ жизни. Сейчас у этих злодеев уже зреют планы по уничтожению наших святынь, Макдоналдсов и Белого дома. Начать датчане решили с Белого дома, потому что его легче сосчитать, а следовательно и легче подготовить необходимое для теракта оборудование. Как ты знаешь, со счетом у датчан всегда были проблемы. Вообще все они делятся на три категории. Те, кто умеют считать, и те, кто считать не умеет. Те, кто умеют считать, окопались на старой военной базе в Мексике, чтобы там приготовить бомбы-вонючки и нанести ими удар по Белому дому и престижу США. Тебе необходимо провести разведывательную миссию и постараться обнаружить на базе следы присутствия бомб. Если они там есть, ты их найдешь. По запаху. Поиски лучше начинать с командных пунктов, рядом с которыми находится взлетно-посадочная полоса. После этого стоит заглянуть в подземные туннели, которыми славится эта база. В любом из уголков датчане могут собирать свои адские машинки. По сведениям, полученным от разведки, в настоящее время рядом с базой находится вертолет. Если он будет все еще там, когда ты начнешь операцию, постарайся уничтожить его. И датчанам будет обидно, и нам приятно. Можете выпрыгивать, как только приземлимся. Зачистить базу и постараться найти бомбу. Все. Tu ktoś jest. A, jest twój. Haku, tu ktoś jest. Zatrzymaj go. Tu ktoś jest. Potrzebuję pomocy! Под базой находится система туннелей. Быстро туда!
Дедушка! У сумасшедших датчан есть вертолет, может быть, бомба именно в ангаре. Тут и не вижу я тут никаких бомб. На объекте летучая мышка находится не менее летучий объект. Ему нельзя дать взлететь.
Рушаем еще! Я его засек! Рушаем еще! Бомбы могут быть поблизости. Осторожнее. Необходимо обыскать центр управления полетами. Ясно? Замура! Здесь нет никаких бомб, даже секс-бомб, тех нет. Понял. Что ж поделать? Двигать к точке эвакуации. Приближаюсь к точке эвакуации.